Я, кстати, прапщик. А ты где отметку ты сделал, блядь? Давай что? Побольше материть. Ежик, мы снимаем. Ежиная морда, вот здесь она. Вот где здесь? Вот это вот рельс? Поставь. Поставь быстро. Готовь, сейчас будет измена. Поставь. О, господи, сейчас мне будут изменять. Я жду воду. Готов? Строй. Карты нужен мне в аду. На ой, несколько... Ват, навсегда, пожалуйста. Вот двигай, Ват. Ты нужен мне тут попавить на эти текстуры. Жара, ты не хочешь попапать на свои текстуры? А? Погоди. А как же текстурки? Погоди, я должен как бы этот тестовый прогон показать. Нужно вроде как что-то делать. Мы что-то делаем. Ну, боже. Да, да, Хекс, это видеообращение к тебе. Мы что-то делаем. Мы делаем борщ. Нахуй. Слушай, это же... Мне определенно нравится. А, мне определенно не нравится. Шумит. Нету его тут, блин. Ты не слышишь? Я подключился. Я здесь. А? Сейчас тут такая маленькая комната. Не пугайся. Она в миниатюре. Так, вот этот нахрен редстоун убери. Ну, взял бы, сам убрал. А, у меня нет топорика. Ёж, ты представляешь себе, что сейчас будет? Что? Ещё какая-нибудь линия наискосочек? В плане. Так. Убери Растон, он мне прям глаза мозолит. Глаза? Жалко, знаешь что? Очень жалко. То, что обзора полного на всю комнату нет, то есть не будет видно всей комнаты. Плюс ко всему, мы еще добавим на сборочный завод. Почему не будет видно тогда все комнаты? Эй! Эй! А чё Лепон маг? Он просто АФК стоит. Нет, он ливнул. Он АФК стоял. Я апкал. Ну зайди, а то ты ливнул. И да, ты сейчас умрешь. Погоди. Макс, не заходи. Почему? Потому что упадешь и разобьешься. Смотри, на счет 3 ты заходишь, понял? А готов? Ты что, будешь ловить? Да. Готов, Макс? Да. Давай. 3. 2. 1, готов? Я вхожу. Я не успел. Я делал все, что мог. Так, ты убрал гребаный редстоун? Да, убрал гребаный редстоун. Так, а где вход? О, боже, треснулся в медотделе. Ты в медотделе?
треснулся. Да. Я в тестовых камерах. Хорошо. Так. Отделяется нужно перезагрузить сервера и перенастроить полку этих параметров, кто не понял. А зачем? Так поинтереснее, так накладываешь. А кто у нас креатив? Это один, да? Да. Я тут фирские моды вообще покупаю. Сейчас. Так, что тебе мешать? Говори, я сейчас пофикшу. Вот это? Смотри. Пройди в начало тоннеля, посмотри по стене и поймешь, что мешает. Пока ничего не вижу. Пока там... ничего не вижу. Ты где, растяжка, что ли? Там, где кварц. Кварц. Сюда, стой. Иди сюда. Сюда, ко мне. Господи, ненавижу свой Wi-Fi. Погодите, я музычку. Жар. Погоди. Все да. Мне очень нравится музычка. Плевать. Ну что, где тебе что-то мешает? Ты видишь кварц, да, вот это? Да. И, ну, грубо говоря, начинаем выставлять его. Все, я понял, что тебе нужно, сейчас все. А ни хренашеньки. Сними просто один блок на кварц и поставь на него раз. По-моему. Надо когда... просто сменить блок. Несколько блоков сменить на гребаный кварц. О, ужас, ты не мог этого сделать сам. Да. Ибо если спуячу вам систему... Мы тебя с потрохами сожрём, я все это слышал. Молодец, какой... Так, а теперь придумай функционал этой комнате. Вообще, если что, это туннельчик? Ну, туннелю, я не знаю, какие-то ответвления сделай. А, их тут... Ого. А, извините, ответвления будут. Как раз ты спрашивал, о боже, куда нам, да, там, увести что-то еще, ну... Вот. Короче, пили, мне нужно ват и, блин, ёж ты задница. Почему? Ты ливнул. И чё? А ты мне нужен сейчас? Так ты мне не говоришь, зачем? Да мне проход нужно сделать, мать твою. Достаточно хорошо объяснил? Ой, ну и тех не могу. Я к тебе ТП просто сделаю. Не надо. А каким ли... Я был вообще перед началом опера. Я ТП шнулся сам к себе. Ты чё, умер что ли? Догадайся. А мы прям не знаем, посвети. Фонариком. Блин. Да нет, пока. Да, вот. Зашел, Серж, где проход? Сейчас найду, он тут где-то в лаве. По-моему, вот здесь. Ну я вот надо комнаты, я бы там не... Все, я почти нашел его. Все, я внутри. И сколько пилить блок? Вперед, да господи, пили сколько хочешь. Нет, мне только.
Короче, я по АГТП тогда к Максу. Так, ты у нас чем занимаешься? Анелью. Так, освещением надо будет запилить. Я запилю. И ты помнишь то, что мы пытаемся отказаться от Glowstone? Мы откажемся от него. Ну вот тогда ты уже Glowstone поставил. Ну, видите, сейчас он точно такой же, как лампа. А такой прям большой коридор надо пилить? Да. Нет, для меня это, кажется, не такая проблема. Ну вот тогда залепись и делай. Ты у нас что, тут работаешь? Бам, бам. Бам. Следуй за светом, Ежидзе, следуй за мной. Я же узнал, что у меня творится на экране. Да, на тебя скинчап сделаю. Фантастики. Прикинь, у меня на скрине цифрос. А на экране... Ой. Так, ты чем занят? А ты протягиваешь... Да-да, провода! И зачем? Понятно. Ты дикий лампадрочер. А, кстати, слушай, выглядит миленько. Если исключить наличие летучей мыши. Убей. А почему... А, все вспомнил. Майнкрафт делает скорейший скриншот. Если что, я в курсе, то что одна лампа горит, а одна нет. Если шо, окей. Ой, мне нравится все контролировать. Так, контрольщик. Ты работаешь. Чё, ты опять, я опять к тебе тпшнулся случайно. Так, ты у нас чем занят? Отлично. Стоянием. И как тебе стоится? Стоит? А. Да. Шутки за 500, да? За 300.
Макс, когда у тебя будет логическая пауза, ты сюда, ТПшник там. Серж, зайди в контакт. Зачем? Окей, контакт, контакт. Но мне ничего не пришло. А теперь пришло. Вау! Это мы делали с тобой коридором. I should be как bad. Как выделение? Wow. I should be bad. I wanna leave you. I wanna leave you. Ну кульно, чё, я тебе лайк ты поставлю. Чё, ты понял, что у меня теперь я это... Я тебе лось творит? Ставлю, всё, убедился. Я всё уговорил. Я тебе лось... Чё на... у меня творится на Я тебе лайк на Ави ставлю, всё? Чё у меня на экране творится? У тебя лайк на Ави, всё, тебе больше ничего не нужно. Ой. Лайк на Ави. Так, теперь посчитаем. А, на-на-на-на-на. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, вот здесь. Так. Жад, а тем того, что смотрится миленько, я знаю. Два, три, четыре, шесть, семь. О, господи. Один, два, три, четыре, пять, шесть. То есть и видос ты палить будешь тоже с Фрапсом, да? Господи, Че? Видос, который я тебе второй скину, ты тоже будешь палить с Фрапсом? Нет. Я еще похож на дебила? О-хо-хо! Так, вот сейчас фапабельные кадры. Еще более фапабельные кадры. О, боже. Еще, ну нет, ну не настолько фапабельный, но вообще тоже неплохо смотрится. И менее фапабельные кадры, потому что это уже было. Вот, короче, пока моделька, ну... Это далеко не завершенная модель, я думаю, будем ее менять очень сильно. Пока это наброски. Что еще можно показать? Больше ни хрена, все, я вырубаю фрап. Тестификация текстур. Дубль 7. Собственно, здесь мы можем видеть новые анимированные текстуры колонн, кварцевого блока, но он уже был, просто он здесь хорошо вписывается, скажем так. Колонны проанимированы замечательно, мне очень нравится. То есть действительно приятная такая анимация. Вот недавно я занимался кварцевым блоком, но, как видите, тут нужно еще дорабатывать эти текстуры. И сам кварцевый блок, вот он. Мне почему-то очень нравится, то есть я над текстурами работал очень долго. Вот также новые текстуры компьютеров. Ну... ступеньки берут те же текстуры, поэтому я периодически залипаю его сюда, потому что выглядит очень приятно. А, собственно, я очень хотел бы услышать ваше мнение в комментариях к этому видео. Что вы думаете насчет того, что мы строим сейчас, насчет ангара с машинами, насчет новых коридоров в Better Science, ну и, собственно, текстуры. Оставляйте ваши комментарии, будут все прочитаны, все учтены. С вами был Жаркукин, до встречи. Арбуз за тыкву такой, за основу взято там, не знаю. Ну вот ты только что дал мне материал, который бы я вставил. Пейте зельку в Майнкрафт падике. Не знаю, больше пацанских цитатников в майне.